полонезом начинается бал, посвященный закрытию года литературы. Школьники, одетые в костюмы 18-19 веков, выводят отточенные па. На сцене Пушкин, Гоголь и Цветаева. Жители Самарской области, которые внесли весомый вклад в развитие литературы, получают почетные грамоты от Министерства культуры. Сделано действительно много. Мы все принимали участие в огромном количестве конкурсов, мероприятий, направленных на то, чтобы привлечь снова все наше общество к нашему когда-то действительно любимому занятию. Мы гордились тем, что мы самая читающая страна мира. Сегодня мы хотим вернуть это наше место в мировом сообществе. В этом году в Самаре прошли областные пушкинские чтения, библиотечная ночь, урок литературы, посвященный 155-летию Антона Чехова, и еще десятки событий. Горожане принимали участие в конкурсах не только регионального, но и всероссийского уровней. Мне очень отрадно, что в год литературы мы добились очень серьезных результатов. Два наших сочинения признаны победителями на всероссийском конкурсе сочинений школьников. Мы имеем победителя конкурса «Литературный венок России». Мы имеем двух победителей предметной олимпиады по литературе. Год культуры завершился и передал эстафету наступающему 2016-му, который уже объявлен годом кино в России. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.